Молниеносные серии, быстрые уклоны, хорошее движение на ногах. Омский боксер Алексей Денисов, он в синей форме, выиграл специальный приз за волю к победе. Спортсмен только перешел во взрослый разряд, сходу вышел в финал и дал бой самому титулованному и техничному боксеру турнира, новосибирцу Начину Чамбалду. Яркий поединок, мощные скоростные атаки новосибирского спортсмена, резкие серии мяча, захватывающий третий раунд, жесткие техничные атаки. Алексей Денисов – один из лучших боксеров турнира в нашей команде. Серебро спортсмена с золотым отливом. Соперник сильный, мастер спорта. То есть мне пришлось больше работать вторым номером. Иногда у меня, конечно, получалось на контратаках работать. В каких-то моментах он меня переиграл, что-то у меня не получалось. Для этого и нужны такие турниры, выходить работать над своими ошибками, чтобы в дальнейшем выигрывать. Две победы мячей на одном дыхании. Андрей Степанов атаковал в мощном нокаутирующем стиле. Выиграл финальный поединок за 30 секунд. Алексей Яндо блеснул потрясающей заряженностью на победу. По словам спортсмена, он очень хотел выиграть турнир. Внимательно слушал наставления своего тренера Сергея Макарова. Атаковал все три раунда. Бил техничные смешанные серии. Два удара левой, выпад правой и наоборот попадал. Выиграл у сильного соперника из Новосибирска. Было большое желание. Наработали с Сергеем Макаровым эту тактику, подобрали технику, комбинации, и вот за счет этого, наверное, победили. Еще, конечно, что сына смотрел, ради него тоже, что сын смотрел, ему, чтобы пример показать. Сражение боксеров Омска и Новосибирска. И еще три победы наших спортсменов. Ара Габаян прибавил выносливости и позиционной атаки, выиграл жесткими пробивными сериями. Иван Белозеров здорово атаковал с дистанции и взял верх над опытным соперником Никитой Макрушиным. Битва характеров в поединке мяча Остапа Зуева, он в красной форме, и новосибирца Ильи Жигульского. Взрывные, напористые серии нашего боксера, резкие неожиданные удары соперника. Остап Зуев атаковал техничнее и точнее, выиграл поединок по баллам. Хороший соревновательный опыт приобрели оба спортсмена. Омские боксеры хороши тем, что они никогда не сдаются, идут всегда до конца. Хочу их поблагодарить за это большое. Я получил немного опыта, и дальше мы будем вместе сражаться на первенстве Сибирского федерального округа. Успеха мячей в юниорском разряде в споре спортсменов 16-17 лет. Наши боксеры выиграли 4 финала из 5. В итоге отличный результат, хорошая техника, 10 золотых медалей и первое место в командном зачете. Отличный турнир, множество разных соперников с разных регионов страны, с Урала, Сибири. Тяжело победить. Чтобы победить, нужно проявить множество качеств, сила воли, дух. Приходится бить не только прямолинейно, но и разнообразие, там, с уклоном, навстречу, в сторону. Впереди у омских боксеров несколько всероссийских соревнований. А в ближайшие выходные в нашем городе пройдет межрегиональный юношеский турнир Кубок губернатора. Владимир Истомин, Андрей Кузьмин, Антенна 7.